Накануне в деревне Вороновище Бобруйского района произошло ЧП. Сообщение на номер 112 поступило в 7 часов вечера. По прибытии к месту вызова подразделение МЧС сарай горел открытым пламенем. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, повреждены стены и перекрытия. Работниками МЧС спасено рядом расположенное строение. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий за 5-9 ноября. Такая информация размещена на сайте организации. Там же опубликован и график преждевременной выдачи пенсии в регионах. 7 числа будут работать только дежурные отделения связи. Подробности можно узнать и в контакт-центре по номеру 154. В Беларуси расширяются возможности использования электронных денег. С 1 января следующего года для юрлиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по расходованию электронных денег, которые эмитируются белорусскими банками. Их можно будет использовать в рамках своей деятельности на цели, не запрещенные законом. Белавия не будет летать в Ригу и Таллин как минимум до середины декабря. Эти меры введены из-за ситуации с коронавирусом. Самолеты белорусского авиаперевозчика пока не будут совершать полеты по все пункты России. Рейсы в Ашхабад отменены до 1 января следующего года. С советскими новогодними украшениями познакомит выставка в Гомеле. В экспозиции более 2000 предметов. Среди них верхушки, шары, домики, сказочные персонажи, всевозможные Деды Морозы и Снегурочки. Большинство из этих экспонатов создавались вручную. Посетители увидят и другой символ праздника – новогодние открытки. Выставка продлится до 31 января.